Всем добрый день, я Наталья Невзорова, я интернет-предприниматель, золотой директор компании Reflame. У меня есть и свой собственный офис офлайн, и одновременно я работаю и через интернет. С чего же начать свою работу в интернете? Это, конечно, с оформления своей личной странички. Самое первое, на что вы должны обратить внимание. У вас должна быть личная фотография, размещена на вашей страничке, и именно ваша, потому что вы на сегодняшний момент представляете свой бренд. Ваш бренд – это ваше имя и фамилия, поэтому обязательно ни в коем случае не подписывайте здесь «крошка енот» или «девочка с океана», или еще какие-нибудь экзотические имена не присваивайте. У вас должно обязательно быть написано фамилия и имя. Мой интернет-псевдоним Нена Невзорова Наталья. Поэтому многие меня знают в интернете именно под этим псевдонимом. И так как я много лет, с 2007 года, веду дневник на одном из форумов интернета, где рассказываю о своей деятельности. Поэтому ваше имя и фамилия – это ваш бренд, который вы будете продвигать в интернете. Людей особо не интересуют те продукты, которые вы предлагаете, кроме тех людей, которые непосредственно ищут эти продукты. И самое важное, вы должны стать магнитом для людей, стать притягательной личностью, чтобы люди тянулись к вам. Поэтому фотографию нужно обновлять периодически. На фотографии вы не должны стоять ни спиной, ни боком, ни еще каким-то местом. Обязательно ваша фотография должна быть в деловом стиле. Если вы размещаете фотографию, где вы находитесь в домашней обстановке, то будьте, пожалуйста, аккуратны, чтобы в кадр не попадали какие-либо другие предметы. Ну, например, крошки на столе или, предположим, разбросанные книги или еще что-то. Ваша фотография – это ваше лицо, поэтому обратите на это внимание и очень скрупулезно отбирайте те фотографии, которые вы будете размещать как лицо своего аккаунта.